Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Хочу с вами поделиться сегодня радостью. Несколько дней назад я получила посылочку. Это был выигрыш. Очень необычный для меня выигрыш. Я сейчас расскажу небольшую, ну, как бы историю этого выигрыша. А потом уже мы с вами посмотрим, что же там мне прислали. Какое-то время назад мы участвовали, вязали носочки. Это были теплые дела у Анны Полозняк. Также носочный бум ежегодный. Ну, я участвовала именно вот в теплых делах. Вязала носочки. В этот раз носочки были и для инвалидов, которых Аня, канал ее Анна Полозняк, так и называется. Вот каждый год, уже несколько лет, Аня собирает носочки и потом отвозит их инвалидам по зрению в своем городе. Город Данков, Липецкой области. Вот как-то по чуть-чуть я тоже стала участвовать. И в этом году к этому же как бы присоединился еще тепло для солдат, носочки для солдат. Вот и то, и другое я отослала Ане, а там уже она сама распоряжалась, кому что отправить. Но как бы в рамках этого проекта у Ани был розыгрыш. Но так как я особо видео не снимала, не снимаю, я решила как бы, ну, в розыгрыше сама не заявляла участие. Ну, Аня решила, что надо и мне поучаствовать. Она просто мое имя туда вписала. В результате несколько человек участвовали в розыгрыше. Приз был от Галины Сергиенко. Ссылочка на ее канал будет под видео. И Галина разыгрывала, вернее, показывала приз, который там выпадет, и потом она как бы вытаскивала бумажечки. И вот, так как я не заявляла, я просто пошла и посмотрела, кто же выиграет, чтобы потом пойти и поздравить этого человека. Это было где-то спустя день после того, как произошел розыгрыш, вышло видео на канале у Галины, и у Ани. Я пошла посмотреть, там вышло имя. Имя было Ирина. Ну, я так подождала немножко, думаю, ну, пойду потом поздравлю. И тут произносится название моего канала. У меня какой-то в мозгу непонятный раскардаш. Я не понимаю, что происходит. Я еще раз пересматриваю. Произносится название моего канала. Я вышла. Прошло какое-то время. Я сижу и думаю, не, это не я. Это я ошиблась. В общем, я раза четыре заходила и слушала и Аню, и Галину Сергиенко. Мне как-то вот не верилось. Когда ты не ждешь ничего, и тут это происходит, это как-то не укладывается в голове. Вот у меня не уложилось на тот момент. Даже на следующий день я очень даже сомневалась, что это я. Я пересматривала и прослушивала, думала, что я название канала. Но это не мое, я ошиблась. Вот такую вот сумятицу Аня внесла в мою жизнь. Она мне подарила своим вот этим как бы движением, тем, что мое имя внесли в списки, она мне подарила столько приятного, конечно. Вот. Ну, наконец, я теперь могу вам показать, рассказать. Да, посылочка шла долго. К сожалению, там была кружечка. Я ссылочку на это видео дам, вот на Галину как раз. Но кружечка не выдержала работы нашей Почты России, а кружка была по тематике нашей, по вязанию, такая очень даже классная, но, как Аня сказала, к счастью. Принимаю, что к счастью. И потом я открыла все-таки, надо же было кружечку вытащить, все-таки ее рассмотреть, можно ее спасти или нет, но, к сожалению, нет. И дальше я стала уже, я не смотрела пряжу, я видела там видео, и то мельком, так быстро. Я не рассматривала пряжу. Я нашла открыточку. Сейчас я ее достану. Вот открыточка, которую мне прислала Галина. Она здесь написала несколько теплых слов, мой адрес. И когда я ее прочитала, мне стало легче. Потеря была большая, но все-таки теплый подарок, он вот здесь остался. Поэтому продолжаю с вами вместе рассматривать этот подарок. Давайте посмотрим. Вместе со мной порадуйтесь. Мне, честно говоря, очень приятно, что
первый вот в вязальной моей жизни такой был розыгрыш, и я все-таки что-то выиграла. Да не что-то, а то, о чем можно мечтать. Так, теперь начнем по очереди, как там лежат моточки. Вот такой моточек на кабоха. Он такой, такой необычный. Мне уже хочется, конечно, посмотреть, как же ляжет в нем вот эта расцветочка, как она будет смотреться. 75% шерсть и 25% полиамид. Это, ну, стандартный состав носочной пряжи. Метраж. Так, это по уходу за пряжей. 400 метров в 100 граммах. Ну, как бы заявляется, что она чуть-чуть потолще Alize Super Wash. Очень красивый цвет. Галина специально собирала расцветки осенние, осенних красок. А зимой это вообще яркое пятнышко на снегу. Очень красиво будет смотреться. Носочки я, конечно, буду вязать, но чуть попозже и для себя. А сейчас у меня все-таки в приоритете носочки для солдат, пока это возможно, пока пользуются спросом. Так что этот моточек пойдет у меня в мою коллекцию пока. А потом я буду из него вязать. Очень красивый такой моточек. Коричневый, серый, черный. Даже не серый, а белый. Ну, такой немножко не чисто белый. Но красивый. Красивый очень. И смотрим дальше, что еще мне прислала Галина. Вот такой моточек Alize Artisan. Тоже осенняя расцветка. Вот так подальше. Очень красивый. Красивого цвета. Ну, вот что-то у меня здесь темновато, наверное. Сейчас свет прибавлю. Так, может быть, лучше будет. Вот такой красивый. Моточки у Artisan побольше, чем у Alize Super Wash. И посмотрим здесь. То же самое. 420 метров, 100 грамм. 75 шерсть, 25 акрил. Так. Номер цвета хотела, но опять же не видно. С подсветкой не видно. Убрала подсветку. Здесь номер цвета 9006. Вот такой красивый тоже оттенки осени. Коричнево-желтый, белый, оранжевый. Очень красиво. Я думаю, что в носочках будет смотреться тоже очень красиво. Здесь носочки не этого цвета, но тут такой замечательный цвет. Так, вот так положу. Рядышком. Следующий моточек. Вот такой большой моточек. Ухватился тоже огненно. Такой яркий цвет осенний. Alize Wool Time. Еще он мне, знаете, что напоминает? Он мне напоминает вулканическую лаву, когда лава извергается. Вот такой огненный. Там пепел серый, черный. Все такое. 100 грамм, 200 метров. Тот же самый состав. 75% Alize Super Wash и полиамид 25. Мягкая. Такая вот мягкая, шелковистая. Классная пряжа. Очень классная. Вот еще один осенний цвет. Следующий моточек. Я знаю, что тоже в цветах осени. И это тоже такой бутуз. А вот этот моточек уже для меня вообще новинка, конечно. Хотя он уже снят с производства. Но вот я его первый раз в руках держу. На ощупь. Он будет похож чем-то на, скорее вот на этот. Но на кабоха все-таки шелковистее. Немножечко. Вот такой тоже осенний, красивый. Не знаю назвать, как этот цвет. Но вы сами его видите. Сейчас посмотрю. Кирпичный называется. Цвет 1546, наверное. Вот. Ниточка хорошая. Такая. Ну вот то, что мне нравится. Именно она не... Когда тянешь, она не утоньшается. Она такая плотная, плотная набитая ниточка. 76-30 капрон. Жалко, что вот такую пряжу водопад троицкую сняли с производства. Были красивые разные-разные расцветки, видела я. Ну вот спасибо, Галина. Мне... как бы достался моточек, который я могу попробовать из раритетных моточков. Я с удовольствием попробую связать носочки вот именно из водопада. Вот.
хотелось, конечно, попробовать, но я его особо не искала, так, чтобы специально поискать. Но спасибо, что мне предоставилась такая возможность. Теперь у меня такой моточек есть. Пока полежит тоже в коллекции. Ну, а дальше посмотрим. Куда-нибудь, что-нибудь свяжу. Дальше. Что у нас так? Из моточка все. Вот последний моточек тоже. На кабоха красивейший. Красивейший такой цвет. Прям осенний, осенний. Вот они все как-то в одном цвете, но такие разные. И здесь коричневый, и здесь есть черный где-то там. Вот здесь есть черный, коричневый, оранжевый. Вот, но они такие разные. Одни и те же цвета, разные оттенки, по-разному собраны. Они такие все вот разные-разные. Вот очень красивый цвет. Этот Накабоха, тоже самое, 75 шерсть, 25 полиамид. Так, цвет 82-445 получается, наверное, да. Ну, то же самое, что вот это Накабоха. Но вот какие они разные. Какие они красивые. Так ложится цвет в носочке. Здесь я не видела. Нет такого показать, как ложится цвет носочки. Но очень красивые расцветки. Прям, ну, огонь. Прям огонь. Все расцветки очень красивые. Особенно зимой, когда все вокруг белым-бело, или как у нас серым-серо, не капли снега. Сейчас туман и слякоть на улице. Вот тут такая красота. Прям радует глаз, радует душу. Спасибо большое, Галина, за вот эти вот чудесные моточки, открытку. Слова такие добрые, что они мне подняли настроение. Спасибо огромное. И так. Все вроде бы я достала. Так, что... это крем, но это не страшно. Крем тоже немножко не выдержал, но это не страшно. Он открывается, он, можно им пользоваться. И такой красивый-красивый увлажняющий с маслом авокадо крем для рук. Сухой и очень сухой кожи. Ну, зимой она очень сухая. У вяжущих, у вязальщиц она у всех сухая, но зимой она очень сухая. Эйвон. Спасибо большое, у меня такого крема не было. Новогодний такой. Вот, ну, спасибо. Настроение прям поднимается к Новому году все ближе и ближе. Замечательное настроение. Так, спасибо за крем. И вот это вообще красота. Красота вкуснятина. Так, что я кручу-верчу. Шоколад молочный, монетный двор. Елочки. Праздник. Новый год. Такие маленькие шоколадки с разными картинками, но они собираются все вместе, получается красота просто. Дед Мороз. Спасибо большое, Галина, с Новым годом. Вот одновременно и с подарком, с призом Галина меня поздравила, и с наступающим Новым годом. Мне очень-очень приятно. Спасибо, прям, ну, преогромнейшее спасибо за такое теплое. Вот это же теплые такие. Огонь, солнце, желтые листья. Все это так вот, ну, просто... Просто шикарный подарок. Радует глаз, радует душу. Спасибо, девочки, за то, что вы мне устроили праздник, подняли настроение. И вам тоже всего самого-самого доброго. Вы и так добрые, хорошие. Пусть у вас будет хорошее, замечательное настроение. И в жизни все-все прекрасно. Спасибо! Заходи, если что.